Девушки бывают разные, и все они по-своему прекрасны, что 100 лет назад, что сейчас. Портал «Москва-Баку» предложил москвичам и гостям столицы посмотреть, как выглядели красавицы разных стран мира 100 лет назад, и попробовать угадать, в какой стране они жили. А чтобы было легче распознать девушек, в помощь для сравнения показали современных красавиц. Получилось ли у девушек из Азербайджана, России, Грузии, Турции, Египта и Индии через 100 лет очаровать современных москвичей, смотрите в нашем опросе. А вот эта женщина, скорее всего, жила в Турции. Нет, они в одной стране жили. Когда это сейчас, это 100 лет назад. Но это явно какая-то восточная страна. Да. Либо Греция. Нет. Болгария. Нет. Россия, что ли? Нет. Ну, я думаю, Узбекистан. Почему? Не знаю, по черты лица похоже. Нет, это не Узбекистан. А что это? Азербайджан. А, ну вот, я был близок. Да нет, восточный такой тип, да, похоже, что из Азербайджана. Явно не Казахстан, не Узбекистан, а такая более. Ну, может, это что-то Грузия, Абхазия, нет? Совсем никак, да? Но здесь-то видно вообще русская Нюра сидит. А вот здесь вообще непонятно. Это азербайджанки. Да, вы это что? Это 100 лет назад азербайджанка. Красавица. Да. А это современная. Очень красивая, да. Азербайджан? Ну, может, да, Азербайджан, да. Да, Азербайджан. Не знаю, наверное, по наряду. По наряду, как... да. Внешность у девушки похожа, как будто итальянка. Что-то... Но слева вообще, да, совсем не то. Грузия? Да. По нарядам и вообще как бы по внешности. Ну, тут вот я могу сказать, что в принципе, да, ну, там у них, скажем, тоже есть понятие конституции. Все девушки в молодости, они у них вот такого склада, да, уже более зрелые женщины, которые уже деток родили, они немножечко меняются, вот. Я хоть сам дагестанец, но я вам скажу, грузинки мало изменились. И тогда были, ну, тогда, может быть, смешанных кровей, все-таки завоевания, другие. А сейчас они мало. Ну, я склонен в данном случае к современным. Вот это Грузия, точно. Грузия. Догадались. Характерный характер по носу. Да, красотки. Как вообще красота менялась? Очень. Ну, вообще, на самом деле, переодеть эту девушку в эту девушку, и мне кажется, что совершенно будет однотипно. Ну, брови чуть-чуть подкорректировать, и все, абсолютно. И тут естественная красота, и здесь естественная. Неужели Армения? Нет. Так. Надо мне одеть очки. Давайте. А то я явно не вижу. Египет? Да, как-то дались. А по кобре у нее наверху, то и... Египет? Да, египетские женщины так поменялись за 100 лет. Ничего себе, как изменились! Да. Ну, совсем другие формы. Это египетские красавицы. Ну, сильно изменилась красота, да? Насколько параметры поменялись, да? Какие мужчины у нас стали избалованные? Любители, видимо, стали голодать. Ну, красота, что тут индианки очень красивые девушки. Они, в принципе, что и 100 лет назад были такие, но тут более уже тоже вот такие вот современные. Ну, Индия очень густонаселенная страна. Там не может быть все красивыми, но красивых хватает. Ну, вот она Индия. Вот она Индия. Но очень сильно поменялась красота. Просто даже, ну, пришел в Индию шампунь. Но в целом все достаточно симпатично. Индия? Да. По точке, по чакре. Индия не сильно поменялась. Ну да, да, практически. Так. Польша? Прибалтика? Италия? Россия? Что-то возьми. И так, это же не кокошник, это что такое вообще? У нас такой нарядный. Да. Ну, с Россией никто не сравнится. У нас и раньше были красивые женщины, и сейчас. В этом меня никто не переубедит. Это наши, да? Да. Наши красотки, красивые, да? Да. Очень красивые девушки. Но на самом деле, что это как будто бы вообще это одна и та же девушка, просто взяли и перестарили ее. Нет. Но вы очень хорошо подобрали. Да. Очень, очень здорово. Красота не поменялась совершенно. Как и были красивые, так и остались красивые. Не, ну современный имидж как-то нам ближе, наверное, сейчас. Почти на всех вариантах.
все-таки тенденции современные, они нам как-то сейчас ближе. Кто-то тоже восточный. Тоже Азербайджан, что ли? Греция, Турция. Турция, да, турецкие девушки. Вот 100 лет назад. Ну, турки тоже очень много смешанных браков. Я не знаю, как раньше. Ну, сейчас у них, да, но они же вечно на немцев ориентированы. Одеваются, как они, красятся так же. Ну, будем считать, сейчас турчанки покрасивее. О, турчанка! Да, потому что на фоне Стамбула, и в принципе видно, я просто люблю Стамбул, часто, частенько бываю очень-очень. Да, поменялись тоже девушки, то что 100 лет назад. Ну, я думаю, что и 100 лет назад были одного типажа, другого, третьего, да. То есть, может быть, близко похожее подобрали. Это индусы, да? Нет. Всех сбивают с толку. Это Турция, да? Да, потому что у них вот полумесяц. Да. Турчаночки. Ну, а тоже не поменялась красота. На мой взгляд, так одна и та же девушка практически. А грудь у них поменялась. Раньше-то интереснее было, честно говоря. Ну, конечно, сильно изменилась. В лучшую, наверное, сторону. Я не могу судить, потому что я не жил в то время, поэтому тут все субъективно. Угадав страну красавиц и оценив их поменявшиеся эталоны красоты, мужчины для себя отметили самую обаятельную девушку. Я бы русским дал первое место. Красивые девчонки. Вот та грузинка была. Грузинка, да? Да. Надо отдать должное. Вот, ну, турчанки глаза такие, так скажем, красивые, добрые. А грузинка в целом была. Самой умной. Жене своей.